Всем привет, дорогие мои подписчики и гости канала. Как и обещала в прошлом видео, я сейчас поведу вас в магазин, который, ну, мне он нравится. Например, я вот уже полгода с каждого понедельника собираюсь идти на фитнес. Вот, и я там себе хороший костюм, например, купила для фитнеса. Вообще, он там, я заплатила за него 40 лир, за футболку и за штаны. Сейчас я покажу, где он находится, потому что геолокацию под видео я не смогу поставить. Но я вам сейчас все расскажу, где, как его можно найти. Ну вот, как раз снимала для вас видео, и женщина спросила что-нибудь типа Вайкики. Сейчас ее сюда поведу. Смотрите, вот магазин Вайкики. Да, YouTube. Мой канал. Мой канал. Скажи всем привет, передавай. Скажи, Юлия Дурмас, канал, всем привет. Не стесняйся. Ну вот, смотрите, Вайкики, вот Change Office. Какой канал, кстати? Юлия Дурмас канал. И вот дорога идет вниз на пятничный рынок, где конечная остановка Махмутлар и Авсалар. Вы, смотрите, вы идете по этой улице, спускаетесь вниз, и буквально через 15-20 метров с правой стороны будет этот магазин. Вот, проходите здесь туалет, здесь с этой стороны вот это вот. Потом кафешка Сютчуймам. И вот видите, огромный фула написано, вот это этот магазин. Вот он, вот. Вот так выглядит этот магазин. Там два или три этажа, но я была на первом и на втором этаже. Сюрприз, здесь четыре этажа, раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей, оказывается, даже на русском написано. Б-этаж, белье, нулевой. Мужской, ребенок, мужской и башчмак. Что такое башчмак, сейчас узнаем. Ну и вот, в принципе, цены. Сами можете убедиться, что очень даже приемлемые. Сейчас зайдем внутрь и глянем. Новый сезон. Разные толстовочки. 20 лир, 26 лир. Более такие помоднее 30 лир. 36 лир желтая. Черная ветровка 50 лир. Толстовки разных цветов. На замочке 20 лир. Свитера разные, желтые, зеленые, красные, 40 лир вязаные. Плащ 130 лир, ну он такой очень легенький. Такая курточка-косуха 90 лир, такой вот плащик длинный. 150 лир. Тоже цвета здесь разные. И вот свитера интересные с большим воротником. 30 лир стоят. Черный 30. Зелененький. Тоже разные цвета. 50 лир. Разные такие кофты теплые. 40 лир стоят. Ну, здесь цены разные. Видите, есть и за 25, есть и за 50. Выбор есть. Спускаюсь на нижний этаж. Я здесь ни разу не была, если честно говоря. Посмотрю, что там за белье. Цена начинается от 15 лир. Вот эти вот по 25. И вот такие по 34 лиры. Этот с ласточками вообще 18 лир. Здесь вот по 30 лир. Цены хорошие. Штаны любой расцветки. 8 лир. По 50 и по 70 лир. В зависимости, какую вы выберете. Штаны классические, офисные. 45 лир. Тоже разные расцветки есть. Модельки разные. Плюшевые пижамы. 40 лир. Теплые, мягенькие.
Фенхеля по 8, по 9 лир. Даже вот эти вот по 5 лир. Вот эти вот тоже 5 лир. Большие размеры есть. Прям большие-большие. 3XL написано. А здесь еще больше, наверное, 5XL. 5XL по 10 лир. Мужские боксеры уже подороже. 14 лир, 16, 15. Вот эти вот по 13 лир. Вот эти 16 лир стоят. Такие маечки по 10 лир. И трусишки по 5 лир. Туники 50 лир, 30 лир. Вот такая, как на манекене, 47 лир. Вот эта вот серенькая тоже 47 лир. Такая вот 30 лир. Это уже такое пальто теплое, вязаное, с ремешочком. 70 лир. Здесь тоже курточки. Написано 50% индрым. Это все знаете, скидка, да? Есть вот такие модели. 50 лир. И по 70 лир. Более теплые модели. С капюшонами и с мехом. Штаны летние, легенькие. 15 лир и 20 лир по скидке. Вот такие полуверчики. 40 лир стоят. Джинсы 40 лир. Тоже цвета разные есть. Любые юбки по 20 лир. Фасоны разные, цвета разные совершенно. Модели разные. Футболки тоже большой выбор. Цена начинается 13 лир. Поднимаемся мы на третий этаж на мужской. И все, я поняла, что это такое башчити, что-то там было. А, башмак. Это обувь, а якобы. Мы сейчас мужскую посмотрим. Мужские вещи. Мужские свитера. Новый сезон, цены начинаются 30 лир и до 50 лир. Тоже расцветки разные, модельки разные. Мужские 20 лир начинается цена и до 30 тоже разные расцветки. Вот такие еще рубашки есть, тоже начинается 20 лир и 35 лир. Рубашек на самом деле очень много и цена очень даже хорошая, приемлемая. Вот такие вот курточки 50 лир. Здесь курточки немного покруче, 130 лир. Толстовки начинаются от 40 лир и до 60. Тепленькие, плюшевые. Разные цвета есть. Свитерки 60 лир. Цены. А здесь вот кофты с капюшонами. Сейчас гляну, сколько они стоят. Такие свитерки с капюшончиками 70 лир. Вот здесь вот без капюшонов 60 лир. Мужские плюшики. Я вам в Айкике такие женские показывала. Здесь мужские 80 лир. И вот такие еще есть.
Шорты от 20 до 30 лир. Тоже разные цвета, разные модели есть. Ну, обувь, конечно, на большого любителя. 25 лир и 60 лир, но они деревянные, такие же, как и в Вайкики. Я даже не буду здесь заострять свое внимание, потому что они никакие. Спасибо, что были со мной. Всем пока. До новых встреч!